ряд определенных обстоятельств, да, но по большому счету, то есть в плане белых пятен, видеозапись, да, о которой мы там сейчас все говорим, да, все знаем, все видели ее, так понимаю, она даже в моем распоряжении имелась, вот, как только я вступил в дело. То есть она распространялась через социальные сети, через мессенджеры, ну, как это часто бывает после там, какого-то происшествия. Также она и попала ко мне. То есть, обозрев, мне, в принципе, стало понятно, что, во-первых, здесь нет состава преступления, который инкриминируется Виталием Викторовичем. Во-вторых, ну, появилось понимание, как будет строиться защита по данному делу. Вот. И это же, в этот же момент эта видеозапись имелась и у следствия, как я понимаю. То есть, обозрев как минимум эту видеозапись, у следствия должны были отпасть очень многие вопросы. Но они почему-то не отпали, то есть помножились новые, на новые вопросы тоже были получены ответы, то есть белых пятен было там мало. После предварительного следствия, проведения его, их стало еще меньше. Вот, но почему-то это вылилось вот в обвинение в 105-е все-таки.